Так, ну все, упал, купил, да? Оп! Типа купил. 15 минут, 530 съело. Ну, привет. Только ничего не трогай, да, горячее там. Иди, иди сюда. Как дела? Хорошо. Да, ну, привет. Мы поедем сейчас в уточку. К уточкам? На так, по телефону. А это что тут? Везде ловушки какие-то. Люди, машины. Опять машина, да? Говорю, тут пипец стрёмная дорога. И мне видно, солнце еще светит сзади там. Машина запаркована при выезде. Больше жизни, говорили они, показывая. Вот европейский магазин. Я сюда приехал для того, чтобы попробовать получить деньги за рекламу с Инстаграма. И один из наших ребят, кто смотрит меня, говорит: «Денчик, сделай мне рекламу Инстаграма. 40 евро, 2 сторис». Я говорю: «Ну, она может не сильно сработает». Он говорит: «Ну, а я таким образом тебя поддержу». Мне было так приятно, реально благодарен. Огромное спасибо. Единственный вопрос, могу ли я выбрать эти деньги. Так-так, там довольно все сложно. Там с Киви, потом через какую-то платежную систему «Контакт». О, как же хорошо! Что человеку нужно? Поспать, пожрать и поработать. А есть люди, которые не хотят работать вообще. Как мне вот запомнить, что мне нужно закрыть сумочку? Вот как? Я уже столько всего просрал, блин. Так минуснулся на две батарейки, на провод от дрона. Никак не могу запомнить. Я, конечно, мог бы перейти, потом что обратно далеко идти. Ух ты, почти стихотворение получилось. Там аирподы продавали за 80 евро. Я, конечно, не покупал аирподы, поношенные в чьих-то других ушах. Но я немножко расстроен, если честно. Сейчас уже 17:55. У меня ушло где-то полтора часа на все это дело. И безуспешно я не получил свои деньги. Потому что нужны данные отправителя. У меня только номера какие-то через Киви там это все делается. Короче, нужно ехать домой, зайти в комп, зайти в систему. И тогда там вроде должно быть имя отправителя и все остальные данные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите слева, что едет. Еще показать вам хочу. А это что за аппарат такой? Блин, и трамплин тут. Нормально ты газуешь, девочка. Еще один трамплин, еще один трамплин. Я понял. Но главное, чтобы вы были целыми и здоровыми. О, что я тут полез, блин? Сам такой говорю: аккуратней, да, везде. Сам полез, как дебил. Нафига полез туда? Не знаю, что-то задумался я что-то. Так, ну все, упал, купил, да? Упал, купил. Да. Ну, если клапан вылетает, тогда не я. Ну, там, наверное, ты открутил ручку газа сильно. Так, кава литровая. Какого года у тебя кава? 9-го года. Без демпфера. Хороший аппарат, стритуха такая. Я катался как-то на каве, даже обзор есть на канале. Да, есть обзор Kawasaki Z1000 на канале Ромкиного мотоцикла. Ох, как тут, как будто на диван сел. Такая низенькая, обалдеть просто. Не, ну все равно она такая низкая. Ты что-то регулировал тут, что ли? А что тут такая низкая? У меня аж ноги почти что сгибаются до колени. Потому что какая-то версия. Вообще не почувствовал, как скорость включил. Утюг. Зеркала, которые ни хрена не видно, вообще такие малепусенькие китайские какие-то. Ну, сиденье у него намного жестче, чем у меня. У меня комфорт на бэхе стоит. Пипикалка тихая.
Да, ну чего-чего тут не хватает, так это звука выхлопа. А мне главное скорости не перепутать. Первая вниз, остальные все наверх. Потому что у меня первая наверх, остальные все вниз. Как на Яве. И прямо. О, блин! И квикшифтера нет, я же забыл. Надо сцепление все время выжимать. Чё за гребаный свист появился в шлеме или где-то? Вы слышите? Или это мотоцикл свистит? Скорости, скорости, скорости. Вниз, вниз. Очень трудно перестроиться, когда у тебя скорости по-другому. Реально трудно. И какой-то свист непонятный. О, дамочка. Подождите, мы тут едем на мотоциклах. Я мне сказал, что он дико мягкий по подвеске. Да, сидеть удобнее, но в дальняк на таком мотоцикле будет намного неудобнее. Все зависит от того, для чего вам мотоцикл. Демпфер советую поставить. Так как демпфер поможет вам в трудную минуту, если попадете в яму какую-нибудь. Зеркала вообще никакущие. Так вот, бэха выглядит со стороны. Я не знаю. Кава и кава. Нормальный мотоцикл. Когда-то давным-давно хотел себе такой. Хорошо, что не купил. Но тормоза действительно хорошие. Но BMW, конечно, лучше. Хоп-хоп-хоп. Нейтралка хорошо вставляется. Есть датчик бензина, полный бак. Нету датчика скорости. Это минус. Время показывает. Не нагревается сильно, вот 75 градусов всего лишь. Довольно странно. Зелененький такой весь. Вот это слабые места, если козлите на них. Герметика вроде нету. А нет, что-то есть непонятное. Мощный такой. О, вот это зарычал зверек. Не то, что вот это вот. Тишина. Скорости включаются довольно мягко. Вот особенно первая скорость. Обычно, знаете, таким кук. Только что-то под конец схватывает. Не, ну на низах. Хорошо ездит, конечно, стрит. Led Gallen Rider. Ютубчик видосы снимает. А диски красиво смотрятся. Не? Решеточки нету защитные. Плуг есть зато. Бывают модели, у которых нет плуга. Такой нормальный мотоцикл. А вот бэха подъехала. Самый лучший мотоцикл. Квикшифтер у меня вниз вверх, да? Еще то, что... Когда едешь по дороге, едешь, ладно, что скорости наоборот переключаются, это привыкаешь. Но к перекрестку подъезжаешь, я сразу до шестой ухожу вниз и стою на перекрестке. Ну, понимаешь, ну потому что ты привык, что первая вниз, да. Остальные все наверх, типа. Ну, чисто привычка, там я даже думал, день, полдня пока. Ну сколько тут проехал? Километр? Все, пацаны поехали в дальнюю дорожку. Блин, с этой стороны такая же херня. Видели, да? О, да, Money Express. Велосипедиста надо пропустить. Кто тут пикает, я не понимаю. Это сзади где-то. Хочешь посидеть? Да, давай. Ну, давай, посиди. Да. На спортухе. Это тебе не на скутере? Это не скутер. Да. Охренеть. Блин, как на нем ездить? Как ездить? Удобно. Закладываешь, да я вот, блин, ну не, не закладываешь. Так же, блин, я тут повернул и поехал. Офигеть. Он тебе подходит. Надо брать. Не знаю, ракета!
Да, думаю. Да? Кайф. Типа купил. Я тоже. Ну, если что, пиши. Да. Правда, я почти что всегда занят. Нет времени вообще. Победу выйдешь, ты переходишь. Ну да, наклеек дам. Да. Ладно, давай. Давай, пока. Все, бодрячком. Пока. Друга детства встретил, прикиньте. Вон его мотороллер, скутер, как его там правильно назвать. Он тоже моцик хочет взять. Говорит, так удобно на скутере катосить там. Положил шлема туда. Самокат мелкого положил. Тут нельзя разворачиваться, черт побери. Надо что-то... Бляха, ну что это за дорога, ё-моё, блин. Писец, родео сраная. Теперь у нас в Латвии можно сдавать экзамен вождения по мотоциклу только в экипировке. А также обучение в мотошколе тоже проходит только в мотоэкипировке, и я считаю это правильным. У вас минимум что должно быть? Не как у меня сейчас кроссовки Adidas, просто я после фотосессии. У вас должна быть нормальная обувь, куртка с защитой локтей, защитой плечей. Не забывайте, что защита спины — это тоже очень важная деталь, это защита груди. А у вас должны быть наколенники, как у меня. Я вам сейчас покажу, какие у меня, кстати, наколенники. Кевларовые джинсы, как у меня. Если я где-то ошибся, то смело меня поправьте. Я часто ошибаюсь, особенно когда катаюсь на мотоцикле. Бывает, заговоришься. Вот мы приехали в первый мотомагазин. А вот моя мама. Познакомьтесь. Первый раз в моем влоге. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Приветики. А? Нет, это не твой. Это мой Street Fighter. Ну, я понял. Да. Ну вот, смотри, у меня такие джинсы, видишь? Да. И они открываются здесь. И вот так вот. Видишь, как у меня? Если далеко и долго ехать, далеко тогда... Ну да, в принципе, как бы и да, и нет. И плюс, и минус. Ну, перчатки простые. Их можно как бы шортами тоже одеть. Да, да. Выбираем куртку. Я выбираю текстиль. Кожу не выбираю больше. Мне кожа не нравится. Вот шлем подбираем. Нужно подождать немного. Потрясти головой. И щеки всегда будет... немножко сдавливать. Это правильно. Ну да, щеки как бы... Да, а то многие берут, и потом болтается шлем у них. Новая модель какая-то. Shark Spartan. Вроде довольно хорошая, как нам объяснили. Вот Виталик собирается на гусе ездить. По идее, вот такие шлема покупает. Но такой шлем я бы не советовал. Потому что козырек этот, да, обзорность больше. Но я не знаю, я таких не ездил, не катался. Кстати, насчет джинсов я вам соврал. Не нужны джинсы кевларовые для того, чтобы сдавать экзамен. А все остальное нужно. Обувь, куртка с защитой, наколенники нужны, перчатки обязательно нужны. Ну и, соответственно, шлем нужен. Колени. Поверните, пожалуйста, ассистент. Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Видите, они сгибаются в коленях. 130 стоит. А у меня простые айконовские наколенники за 80 евро или за 60, я уже не помню. У меня не сгибается ничего. Видите, побольше. Колени. Есть подешевле вариант. Да, это вообще... Это разве наколенники? Нет, это на эти... А, это подлокотники. 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 Это есть подешевле еще. Латвийские деньги. Вот так выглядит, кто не видел. Ой, сори, да, европейский, что-то сегодня вообще заплетается язык у меня. Ну вот, зашел в магазин на сколько, на 15 минут? 530 евро, да. Но это со скидками уже максимальными. Нормально, да. Это подарок, подарок. А в бонус дали чехол для мотоцикла и вот... И брелков дали, да, еще. Кучу брелков. Спасибо. Видимся редко. Но метко, как говорится. Мама дала мне консервы, тунец, настоящий, норвежский. Кофе дала, спасибо. Ну вот, увидели мою маму.
Вообще, стать мотоциклистом можно было сделать отдельную серию. Можно сделать отдельную серию. Сколько стоит стать мотоциклистом? Сколько стоит моя экипировка? У меня есть такое видео на канале. Я всем советую, кто будет выбирать себе экипировку, обязательно посмотрите, потому что за жизнь мотоциклиста, она у меня уже довольно длинная, я надеюсь, она будет бесконечна, эта жизнь мотоциклиста. У меня набралось очень много экипировки. Я вот там рассказывал, показывал, что для чего. Единственное, там ошибся немножко с маркой сапогов. Но сейчас мне Виталик рассказывал, что одно вождение стоит 25 евро. Получается, нужно минимум отъездить 10 вождений. 25 на 10, 250. Плюс медицина, плюс сама мотошкола. Расходов, конечно, много. Но я так понимаю, если у вас есть уже водительский стаж и права, то плюс-минус получится где-то 400 евро, 350. Если снуляете, то, наверное, все 600 евро. Вам нужно купить мотоцикл, мотоцикл нужно обслуживать, вам нужно купить экипировку, вам нужно сделать страховку, советую всем делать страховку. Все это стоит бешеных денег. Друзья, это было видео 2020, скоро будут видосы 2021, сезон не за горами, готовьтесь к мотосезону. А с нами DMS Pita Chips из арабского хлеба не у фритюри, в магазинах Риме уже в продаже давным-давно на полочках, вот эти самые вкусные чесночные. До новых встреч, спасибо, пока.